нас тема семинара. Два комплекса. Корректор. Это комплекс, который реализует называемую оргполитику. И справедливость — это то, что реализует правила игры. У человека существует что? Некая тяга к методикам тренировки. Вы разве не замечали это за человеком? У каждого человека замечает, есть тяга к методикам тренировки. И именно мы эти методики тренировки называем некими недоступными знаниями. Да где мы их ищем, это упражнение, которое позволило бы нам что-то там себе реализовать, да? В жизни, нет? Да. И человеку никогда упражнения что? Не подходят. То есть ему все время хочется нового упражнения, потому что старое ему что? Надоело. Почему? Потому что оно не решает задачи. Что-то оно решило, а остальное все не порешало. Правильно? То есть, по сути своей, можно было бы сделать следующий вывод. Что оказывается, одно упражнение не решает задачу. Никакую. По причине того, что одно событие в жизни исчезает, а вы одновременно находитесь что? В нескольких событиях. Правильно? Поэтому человек постоянно ищет в интернете, ходит по психологам некую методику тренировки, которая бы позволила ему в кратчайший период времени изменить свою жизнь. Так это или не так? А он это не осознает, он это делает как? На автомате. Он ищет в интернете постоянно какую-то информацию, которая могла бы помочь ему изменить его жизнь на ту, которую он, ну, был бы доволен. И первое для человека довольство в жизни, это негативные события не происходят в его жизни. Как бы уберечься от негативных событий в его жизни, да? И психологи, и прочие там, всякие там эзотерики ему предлагают на выбор миллиарды методик, которые, так сказать, решают эту задачу. И он охотно платит деньги, учится этим методикам, но события в его жизни что? Не изменяются что? Никак. Вопрос почему? Почему здесь они? Их всего 64 разновидности существует. Нету выбора. А как выбирать вопрос? Вероятность существует какая-то что? Зависимость между 64 разновидностями ситуаций и исходящими от них методикой. Вероятно, существует. Иногда. Подожди. Игорь, очень глубоко залез, мы к этому придем аж к концу завтрашнего дня. Подожди, давайте поверхностно пока. У нас сейчас вводная сессия. Я хочу вам зародить некое зерно размышления, над которым вы будете размышлять сегодня. И этот вопрос. То есть. Если ситуация требует от человека либо разрешения, то есть физических действий, да? Либо что? Применение некой методики тренировки для того, чтобы эта ситуация что? К себе. Для того, чтобы эта ситуация исчезла. Да? Но мы могли бы сразу же предположить, да? Мы можем либо бороться с ситуацией, побеждать в этой ситуации, пытаться там, либо ничего не делать в этой ситуации, а сразу к себе применить некую методику тренировки. И она исчезнет мгновенно. Длящаяся ситуация, не длящаяся ситуация. Какая бы она ни была. Да, вопрос возникает. Если методики цепляются за ситуации, а мы предположили, что цепляются по 6, да? То есть у нас получается, что существует 4 класса задач, да? И 16 разновидностей вариантов в этих классах задач. Вероятно, существует 16 разновидностей тренировки выполнения неких классов задач. То есть,
Но если разделить 64 вида ситуации на 4 класса задач, то, вероятно, 16 вариантов относятся к состоянию, 16 вариантов относятся к задаче класса выживания, 16 вариантов относятся к задаче класса управления и 16 к задаче класса создания. Так? Ну, вроде дальше. Следующий момент. Если это так, то возникает некая зависимость 32 и 32, да? 32 вверху, 32 внизу. Правильно? Но у нас ведь в системе автоматизмов тоже 32 ячейки. Получается. И в духовном состоянии тоже 32 ячейки. Как бы получается. Правильно? Дальше. А в уме 5 компонентов, да? Теперь вопрос возникает. Вот бы нам с вами выяснить, а что в уме 5 компонентов, а там по 8. Нам бы как-то разобраться. Потому что как-то методика плоскость выполнения задач выглядит вообще как 4 компонента, да? Компилированных. То есть это скорость, сила, система и мышление, да? То есть, вероятнее всего, если делить на 4, то получается что? Что существует 64 разновидности методик тренировки плоскости выполнения задач. То есть она зацеплена за плоскость выполнения задач, за скорость горизонтального сноса, да? Тогда можно было бы предположить, что вся эта хрень существует только в силу неспособности человека решать задачи. То есть, тогда можно было бы выяснить, следующий для себя вывод сделать, что если плоскость выполнения задач изначально характеризуется 4 компонентами, да? Некий. То вот эти. Правильно? То вот эти вот 16 вариантов, они как раз связаны с тренировкой мышления, с тренировкой скоростей, с тренировкой силы и с тренировкой работы системы координат. На уровне горки скорость вертикальная распаковывается на 3 скорости. И мы эти 3 скорости видим в виде выборов, выводов и решений. Давайте посмотрим. Когда мы говорим вывод, мы имеем дело с какой скоростью? У нас есть горизонтальная скорость. Что? Вывод. Циклическая скорость, да? Хорошо, решение. Горизонтальная. Это скорость горизонтальная, да? Ба. То есть, а выбор это скорость что? Диагональная. Да. Выбор, скорость диагональная. Выбор это диагональная. Дальше. Решение. Решение. Это горизонтальное. Это горизонтальное. А вывод это циклическое. То есть, по сути, наличие 3 скоростей должно нас научить, что задуматься о выводах, выборах и решениях. И мы это должны сделать посредством что? 5 компонентов мышления, разновидностей, да? Угу. Вот с помощью вот этих 5 компонентов разновидностей мышления. Видите, да? Мы должны использовать эти 5 разновидностей мышления, чтобы научиться делать выводы, выборы и решения, да? То есть они прямо связаны. Вот эти штуки между что? Собой. Они здесь так и выстраиваются, да? Есть такое дело? То есть, по сути своей, наличие распакованной вертикальной скорости на 3 скорости говорит нам о том, что мы должны, если не хотим, попасть в
зависимость нашего мышления от какой-то хрени, научиться делать выводы, выборы и принимать решения. Для этого нам дается 5 разновидностей мышления и, вероятно, 5 методик тренировки этих разновидностей, что? Мышления, то есть вот здесь, с целью вот научиться делать. То есть эта методика тренировки, вот эта вот какая-то, она должна нас научить делать выводы, выборы и принимать, что? Правильные решения. Поэтому, вероятно, вот здесь кроется какая-то методика тренировки. Понятно, да? Окей. Дальше. Мы поднимаемся выше и видим 8 явлений. Методы – это то, что строит простое неизвестное. Способы – это то, что строит мутную воду. Зависимость от способа строит мутную воду. Зависимость от метода строит простое неизвестное. Зависимость от сценария строит что? Нет. Переходный период. Зависимость от идей. Воронку. Зависимость от чего? От принципов тайное следствие. Зависимость от значений. Подмены понятий, да? Строит что? Законы. Законы. Мироздание. Дальше. Зависимость от ролей. От мышления в ролях, да? Строит что? Человека. А зависимость от образа. Собирательного образа стоит что? Непонимание причины, да? По сути своей. Вот давайте смотреть здесь, да? То есть у нас здесь 8 явлений, да? 8 видов явлений. То есть, каким-то образом, вероятно, тренируется осознание что? Методов, да? Каким-то образом тренируется осознание способов. Каким-то методом тренируется сценарий и, да? Каким-то методом тренируется генерирование что? Идей, осознание идей, да? Каким-то образом, наверное, тренируется что? Прояснение значений. Каким-то образом мышление в ра-ля тренируется. Каким-то образом тренируется мышление в собирательных образах. То есть вот это многофункционально. По сути своей, целая методика тренировки описана из 8 компонентов, из 8 стадий тренировки, которая позволяет, с одной стороны, клинить простые неизвестные, пока они не превратились вот здесь вот в выборы, да, с одной стороны. А с другой стороны, нам нужно каждое из этих слов, да, каждое из этих слов сейчас, применяя метод значения, будет прояснить, для того, чтобы понять, о чем идет что, на этом уровне, то есть речь. Уже здесь все понятно, здесь возникают эти категории, которые распаковываются. И здесь, по сути своей, сама система координат, как она устроена, понятна. Здесь у нас есть 8 явлений, и каждое из этих 8 явлений тоже, вероятно, что? Требует что? Прояснения, что такое сила, да, что такое точка опоры, что такое время, да, то есть, и далее и тому подобное. Все это требует прояснения. Но по сути своей, вот эта система строит вот эту систему силы. А сила, все силой создано, и для нее что? Создано. И поэтому, вероятнее всего, если мы вот с этим разберемся, да, то мы станем на горку после вот этой системы. Но прежде нам будет нужно что? Применить вот эту систему. И что? Вот эту систему, да? То есть, по сути своей, для того, чтобы мочь создавать 32 вида ситуаций, которые ведут к разным что? Последствиям неким, да? Нам просто нужно знать. Нам просто нужно знать, какую из методик тренировки применять. Например, для того, чтобы мне купить через какое-то время машину, да, мне нужно что? Применить переходный период. Все, когда я не знаю как, для этого мне нужно что? Некий сценарий получить, да, который позволил бы мне что? Понять устройство,
куда приложить усилия, да? И что? Получить вот здесь, на выходе, конец переходного периода, нейтрализованный переходный период, правильно? А здесь мы что? Рычажок, да? Мы имеем дело с рычагом. Мы имеем дело с рычагом. То есть, вероятно, из рычага происходит автомобиль. Абсолютно верно. Автомобиль это что? Некое средство передвижения из одной точки в другую. Или я дом хочу купить, да? Дом, по сути своей, это точка опоры, да? Правильно? Как элемент системы координат. Поэтому что? Некий метод мышления инструментами, простое, неизвестное, реализовано. Как-то это работает. Пока как, мы не знаем. Нужно книгу перемен, как бы, для того, чтобы понять, как, по какому циклу, так сказать, это происходит. Но что ситуации будут точно соответствовать вот этим вот плоскости выполнения, ну, как бы, задач, это что? Совершенно точно. То есть, по сути своей, у нас будет 8 методик наверху, да? И некая система управления мышлением, что? И скоростью внизу, да? Правильно? Да. Итого будет что? 13. Правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13. Полный. Я был. Количество элементов методики соответствует что? Количеству элементов полного диапазона. То есть 13 элементов методики соответствует 13 элементам полного диапазона. Случайно? Вероятно? Не случайно. Метод начинается здесь. Вероятно, этот метод распаковывается вот в такую систему. Понимаете? И каждая вещь, существующая на Земле в виде осколков, тренирует только какую-то одну часть из этих 13 частей. Понимаете? То есть, ну, например, давайте возьмем какую-нибудь медитацию, да? Что такое медитация? Ну, медитация бывает что? Разная. Правильно? По сути своей, это просто с пустотой, то есть неким пространством. Давайте смотреть, где у нас пространство? Вот здесь, да? Что, по сути своей, должно дать мышление ролью правильные решения сделать человека человеком? Вот вам методика медитации. Это вот то, что буддизм описывает. Вот методика прям расписана. Это, по сути, медитация, это тренировка решений. В том виде, в котором они ее себе, ну, представляют. Правильно? По сути своей. То есть смотреть, вот они медитируют на пустоту, ну, на пространство, чтобы познать пустоту. Когда они познают пустоту, они начинают мыслить правильно. То есть пространство создает некую роль, то есть система координат познанная создает некую роль, да, правильную, которая позволяет принимать правильные что? Решения и быть человеком, да? Что не требует применения системы автоматизма. Но это не решает плоскость выполнения, как вы видите, задач. То есть остаются раз и вот такой еще квадрат. В силу этого мы видим что? Что там, где практикуют буддизм,
очень высокая духовность, но очень большая что? Социальная бедность. То есть Тибет достаточно бедная страна, да? Давайте пойдем другим. У нас практикуют некую другую модель тренировки. То есть мы учимся в университете. Мы учимся в университете. И мы что? С вами учимся что в университете? Чему нас учат? Где методика университета? Так, библиотека с консультантом. Смотрим. Вот. Энергия, значения подмененные, да? Выводы, сделанные за человека, и законы, да? От чего вместо законов мироздания законы научные, да? Ну, физики, химии, вот она. Методика зависимости от энергии, которая распаковывается вот сюда в зависимости от... Где она тут от энергии вышла? Вот, законы, видите, точно совпадают. А здесь что мы имеем дело? С чем? Законы мироздания. Да, вместо законов мироздания законы науки. Вот от этих законов зависимость мы. А законы дают что? Как раз автоматизм. В следующем. Зависимость от диапазона. То есть зависимость от общества, диапазона общества, табеля о рангах общества, зависимости от государства, от диапазона. Так формируется искусственная иерархия, как бы, творения. Вот методика, которая применяется что? Университетом. Только она снята отсюда, вытащена и размещена куда? Вот сюда. Видишь что? В зависимости от энергии. Вот здесь находится университет. Осмысление законов физики, математики, других, так сказать, вещей, которые к законам мироздания не имеют что? Никакого отношения. Поэтому в конце получаем здесь такого президента в виде эталона страны, да, или богатых собирательные образы, каких-то богатых людей, примеры для подражания, что и подменяет нам что? Мышление эталонами выстраивает. Обратите внимание, то есть вот вам буддизм, вот вам буддизм, а вот параллельно что? Университетская методика. Вот она, университетская методика. Притом, говорю вам совершенно однозначно, именно поэтому физики до сегодняшнего дня не могут дать определение ни времени, ни пространства, ни энергии. Потому что, если бы не дали определение энергии, а не делали это через пространство, через время, ну, подциклически между собой, одно определение чая, это не функциональное определение с точки зрения математической логики, то тогда бы пришлось бы что? Стало бы понятно, какую методику они как бы применяют для этого. Даже если человек получил хорошее научное образование, он прошел только одну стадию методик. То есть минус что? 4. 32 минус 4 это что? 28. Еще 28 разновидностей ситуаций, что? Им что? Неизвестно, не освоены. Вверху. Соответственно, у него все вот так. Поэтому он тянется куда? Через какое-то время. В мистику, да? С целью вот. Или такого познания мира, да? То есть как бы и тренировки своих способностей. Или такого, или такого, или такого, или... Давайте человек, который говорит, не надо ходить в школу, надо заниматься бизнесом, да? Пошли они все нафиг. Где это? Методика. Это вероятность. Вероятности, способ мышления вариантами и мутная вода. Все до одного считают бизнес мутной водичкой. Вот бизнес познания. Ну, человек, который занимается бизнесом.
То есть у него мышление вариантами, мышление мутная вода, мышление вариантами, способы и вероятность. Поэтому всем в бизнесе говорят, надо назначать больше встреч, надо... Вся бизнес-система основана на что? На многократных повторениях с целью постановки вероятности что? Под контроль. Больше контракта. Понятно, что... Да, количество повторений. Дальше. А если мы возьмем, например, такую методику, которая называется что? Ну, допустим, кабала. Ну, то, что Лайт нам предлагает, да? То есть вот это вот группа, книга, наставник, который объясняет, да? Ну, подождите, дойдем. Да, да. Собирательный образ, группа, да? Вместо чего? Выбор правильный, да? И творец. Абсолютно верно. Вот сегодняшняя методика, так сказать, освоения кабалы. Мне кажется, кабала это то, что мы сейчас делаем. Проникаем в тайны. Да? Это и есть кабала. Это мира славянского. Абсолютно вот. Он вот эталон установил, метод управляемого эталона, помните? И вот, что обязательно к творцу мы должны все прийти. Обратите внимание, к творцу мы идем вниз. А не вверх. Как-то странно очень получается. Если должен быть и вверх, мы идем куда? Вниз. Куда? Давайте другую какую-нибудь хрень возьмем. Да нет. Получается несколько другой метод. Получается метод управляемого эталона. То есть, что бы вы ни сделали, все равно максом мы видим. Я определяю, прошли вы максом или нет. Потому что если я определю критерии эталона, что такое пройти максом, да? Понимаете? То в таком случае я становлюсь что? Не нужен как оценочная категория. Это безобразие. Полнейшее. Я должен быть нужен. Поэтому только я знаю, прошли вы максом или не прошли. Вот видите, даже корова мочит и говорит, и я тут при делах полных. Да, я тоже хочу знать, когда вы пройдете максом. Я определяю, когда вы проходите максом. Окей. Давайте дальше смотреть. Можно было бы что? Совершенно четко сказать, что вот то, что применяет Lightroom, да? То, что применяет Lightroom. Вот он, группа, собирательный образ. Вы, Игорь Николаевич, были абсолютно правы, только у них как? Система эта повернута в горе зон. То есть эта хрень распакована вот сюда на систему автоматизма в горизонт. Зависимость мышления от эталонов, то есть это вот. Творец видит. Вот что применяет Лайт. И эта система выглядит именно вот таким вот макаром. Вот сюда. В самом конце. Зависимость мышления от эталонов. То есть лайтмановская система загнала людей в состояние что? Ждать. Они ждут, пока они пройдут максимум. Вы же не знаете каббалистов? Вы же не читаете их книги, что говорит. Они же целыми днями читают книжку с учителем и группой и ждут, пока они... Вот. То есть человека, людей превращают во что? Это постановка мышления в зависимость от эталонов. Притом это очень низкий уровень состояния энергии на энергоградиенте. То есть, по сути, они материя. Стадо, материя. И вы видите, как он отлично эксплуатирует секс, как он отлично эксплуатирует конгрессы. Вы видели эти конгрессы? Но это шабаш. То есть выпьем, закусим и поизучаем кабалу. Вот так там прямо говорится. Все говорят, я! Павел Валентинович, не, Камасутру не изучают. Павел Валентинович говорит, если вы любите Бога, я должен что? Я буду ездить на Кадиллаке. Я буду ездить на Кадиллаке. Если вы очень любите Бога, я буду ездить на Роллс-Ройс. Вот так это делается. Да, он шоумен. Просто шоумен. Эта система четко показывает. Лайтман, шоумен. И он загнал всех своих людей вот сюда. Творец вот здесь. В духовном мире. Это путь вниз, а не вверх. Понимаете? Потом это, вот это горизонтальный, постоянный возврат к этой, в эту горизонтальную систему. Ежедневный возврат. То есть скоро они начнут сходить у него что? С ума. Совершенно. Очень скоро эти каббалисты начнут у него сходить.
Что и происходит. Все ищут без него, как пройти на стол. Но люди не хотят сходить с ума. Потому они ищут решения. То есть поднимают себя высоковато. До решения где-нибудь. Вот сюда поднимают. Ищут решение. Тогда их отпускает. Пока они ищут. И это поиск этого решения у них что? И есть психотерапия выхода из этой энергии. Видите? То есть любую. Давайте еще проверять. Что мы знаем еще? О, саентологию. Нет, тут по-другому. Саентологический метод познания. Что взял Хаббард? Сила, идея. Да, вот она, саентология. Сила, идея, мышление системами. И что у нас тут? Воронка, яма. Это зависимость от силы. Тайное следствие в зависимости от системы координат от церкви. Вот, вот что практикует Хаббард. Мышление, зависимое от системы координат Хаббард. Они так и делают. Саентология выстраивает другую систему координат и учит ее что? Эксплуатировать. Вот саентология. Вот примененная саентология. Вот саентология. Выше, чем кабала? Саентология намного выше, конечно. Извините за выражение. Саентология и сложнее по исполнению, чем кабала. Кабалой, чтобы заниматься, нужно просто приходить каждую ночь, там, в 4 утра, сидеть, слушать учителя и пытаться понять, что тут написано. А в саентологии тебе не позволят этого делать. В саентологии с тобой будут работать, заставлять тебя перестраивать систему координат, делать ее зависимой от той системы координат, в которой они находятся, и жить в этой системе. А потом будут тебя учить эксплуатировать эту систему координат. Тут все насилие основано. Абсолютно верно. Вот эта методика используется. То есть, по сути своей, в мире существует что? 8 разновидностей методики сверху вниз и 13 элементов этой методики в горизонте. Итого всего сколько? Что? 20? 21? Или 22? 21 плюс система мышления 22, правильно? Плюс система мышления 22. То есть 22 это два круга Мальцева по 11, да? Опять измерители все что? Совпадают. Правильно? То есть 8 методик сверху вниз. Ну вот, тренировка. 8, да? Плюс горизонтально 8 явлений, которые требуют что? Освоение и прояснение. С целью освоения всех 8 методик, правильно? Вам же сначала надо научиться с этими хренями, нужно работать со всеми, да? Чтобы применять 8 методик тренировки единовременно. Плюс работа с что? С мышлением, по расцеплению мышления. Освобождение от зависимости, да? Итого 22 точки методик вообще в мире. То есть 22 раздела, то есть два круга Мальцева. Один круг какой? Вертикальный, другой круг горизонтальный. Что создает что? Глобусную так, и так глобусную систему координат. Правильно? Одно разделяет купол и перевернутый купол, да? А второе создает эти два купола. Получается такой круг Мальцева и такой круг Мальцева. Правильно? Получается глобусная система координат. Что вы видели здесь, господа? Я думаю, дамы, дамы, дамы. Ой, господи.
что, нафига нам их понимать? То мы поняли, вы главное поняли, вы поняли 22 методики. Мы поняли 22 методики. Что существует в мире 22 методики всего лишь. Других методик что? Нет. Других методик не существует. Их всего 22.